Ümit ütüğünün gündüğü görüntüler bir dahigi bucuk uskayı birini görüntü bir günü taharı bıdıgar. İstiyarlı minister istibetin ihinen terili bit bütün Rusya üdünen saha sirin attak bit. 0-2 vakalı ensamlı tuğunan sırdatıq bit. 2023 году вокальному ансамблю «Служба 02» Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия исполняется ровно 20 лет. Это уже огромная история от момента создания до сегодняшнего дня. Это различные... Во-первых, это очень много людей прошло через этот ансамбль, конечно, сотрудников органов внутренних дел, которые служили, служат в различных подразделениях нашего ведомства. Это много фестивалей, конкурсов, проведенных и нами, культурным центром министерства, и также участие и победы во всероссийских, республиканских вокальных конкурсах музыкального творчества и среди сотрудников органов внутренних дел, и среди хоровых вокальных коллективов в целом. Ну, на данный момент в вокальном ансамбле «Служба 02» 13 сотрудников разных подразделений. Мы выступаем, поем на многих республиканских мероприятиях. Также выезжаем за пределы города Якутска. Мы выезжаем в районы нашей республики. Ну и сегодня, я думаю, что мы расскажем о больших достижениях творческих нашего коллектива. Со мной вместе, я очень рада, что сегодня со мной вместе. Это первый руководитель, создатель вокального ансамбля «Служба 02», заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, подполковник в отставке Лидия Андреевна Елиан, мой наставник и творческий вдохновитель. Я думаю, сейчас Лидия Андреевна вспомнит и расскажет нам, как это было с момента создания, с истоков 2003 года. Да. Действительно, 2003 год – это год, наверное, не только создания, да, а год такой встряски, когда МВД по Республике Саха-Якутия, да, решили создать именно культурный центр. Тогда министром был Назаров Александр Васильевич. И на тот момент сказали, надо создать профессиональное подразделение. Культурный центр. Тогда по всей России. Да. С 2001-2003 года по всей России начали создавать культурные центры. И вот, как говорится, приказ дан, надо выполнять. Разработали положение, закрепили приказом. И с того момента, с 3 июля 2003 года, наш культурный центр уже работал как самостоятельное подразделение. Конечно, с тех пор уже прошло 20 лет. И буквально с того же года мы решили, культурный центр должен иметь свой коллектив. Это лицо ведомства, лицо МВД. И мы создали ансамбль, пригласили мужчин. А мужчины, это у нас, надо было с какого-то подразделения брать уже готовых артистов. Любители песни. И этим коллективом оказался МСЧ, медико-санитарная часть. И они стали первыми участниками ансамбля «Служба 02» во главе с начальником медико-санитарной части Сергеем Анатольевичем, полковником. И его коллеги, это Сергей Николаевич Попов, Владислав Голоков. И Александр Жуковский. Вот четыре человека пришли. Такие голоса. Это такое мясо. Ну, Лидия Андреевна, как хоровик по образованию, дирижер, она сразу уже всех услышала. Я решила, что с ними можно будет сделать очень хорошие номера, и мы будем представлять наш МВД. И вот первая поездка у нас была в Санкт-Петербург. Ну, ребята, господи, мы выезжаем впервые, состав службы 02, 4 человека с Якутии, а там вся Россия собирается на этот фестиваль, да. И, там три тура. Первый этап они прошли и расслабились, во второй мы не пройдем. А получается, выходим, смотрим. Мы прошли во второй этап, а наши ребята расслабляются. Вперед, быстренько, репетиция. Второй тур прошли, и уже тут, ребята поняли,
что они поют хорошо, что их оценивает жюри, и в результате мы стали победителями. Вот так вот, с легкой руки, да. Сергея Анатольевича Сергеева. Конечно, менялись люди в вокальном ансамбле. То есть каждый год все равно приходил кто-то новый. Ведомством нашим проводились конкурсы музыкального творчества среди сотрудников органов внутренних дел. И на этом конкурсе каждый раз к нам приходили новые люди, новые таланты, да. Новые люди, которые хотели попробовать себя. Пели сольно, показывали себя. Хореография также присутствовала. Играли на хамосе, на гитаре. С членами семей своих приходили, тоже выступали. И оттуда вот так вот выборочно мы отбирали. Да. Разговаривали, а не хотите ли попасть в ансамбль. Более таких вот заметных, музыкальных, конечно, мы привлекали к себе в ансамбль. Но это, конечно, и большое патриотическое воспитание, духовно-эстетическое воспитание наш вокальный ансамбль несет в нашем ведомстве. И сейчас уже он известен по России. Это самая большая наша гордость, это, конечно же, участие в большом, самом главном концерте ко дню сотрудника органов внутренних дел в Государственном Кремлевском дворце. Первый раз 8 человек вокальный ансамбль поехал страны, в 2011 да. году. Второй раз нам удостоились мы чести попасть, это в 2013 году, уже 17 сотрудников органов внутренних дел на сцене. И в 2019 году мы выступили 23 человека на сцене Большого государственного Кремлевского дворца. Тогда уже совместный у нас номер был с Национальным театром танца имени Сергея Зверева нашей республики. И кроме этого, конечно, очень много ежегодно город Москва, наш главк, проводит два больших конкурса фестиваля. Это фестиваль музыкального творчества «Щит и лира», куда съезжаются вот именно творческие сотрудники всей России. Это 67 субъектов, а то и более приезжают различные, да, люди нашей великой страны. И также в Санкт-Петербурге ежегодно на тот момент проходили фестивали, благотворительные акции «Милосердие белых ночей», да. Посвященные памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, служебного и воинского долга. И с 2000 вот. Какого года начали ездить на этот фестиваль? Еще тогда службы 02 не было. А «Милосердие белых ночей», оно уже давно, да. Более около 40 лет практически, да. Да? Да, да, да? И самые первые участники, это у нас было трио «Мечерь», это сестры Алексеевы тогда, вот они стали лауреатами первой степени, приехали, и мы тогда поняли, что «Милосердие белых ночей» — это наш основной фестиваль, и «Щит и лира» — это фестиваль, на который мы должны отправлять своих сотрудников. И очень приятно, что вот именно вот этот вот... 2016 год мы попали в десятку лучших коллективов России. И это был юбилейный 10-й фестиваль «Щит и лира», да. Который проходил в Нижнем Новгороде. И мы были очень довольны и рады, что специально нас оценили. Приглашены были на гала-концерт этого фестиваля, как почетные гости. Приехали, помню, до Москвы, да. Летели, а потом на автобусе до Нижнего Новгорода. Везли, да. Они на всей площади центральной Нижнего Новгорода установили выставку, где столько наших открытый фотографий. Взгляд, да? Да, 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 столько было наших фотографий вокального именно, ансамбля. Да. Республика Саха-Якутия, 02-02, идешь, как будто бы по проспекту, и любуешься своими фотографиями, и говоришь, ой, а это же ты, а вот это ты, да, это Нюргаяна ты, а это Юта ты, да. Вот, ну, конечно, очень интересно. Сотрудники, которые попадают в вокальный ансамбль службы 02, никогда и даже и не мечтали о том, что и мы тоже сами никогда не мечтали о том, что мы пойдем в Кремлевский дворец, будем выступать в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге с настоящими звездами, с большими звездами российской эстрады, мирового значения, со звездами участвовали в концертах. Это, конечно, это нам радостно, мы гордимся этим, конечно. Стоять на одной сцене, где поет Иосиф Кобзон, да. Это да,
мы поем там несколько песен. Патриотические песни, но и также, конечно же, наш богатый якутский национальный колорит. И мы уже на протяжении 20 лет, начиная вот с руководства Лидии Андреевны, набрались опыта, чем удивлять, что показывать. Да. Каждый раз номера все лучше, каждый раз костюмы все лучше как-то, да. И ты уже знаешь, сколько минут нужно, не переборщить, сделать немало, немного, да. Немного, да, вот именно и в вот точку. Этот национальный колорит, конечно же, российского зрителя Центральной России очень завораживает и интересно это, конечно, всегда. И когда проходит... Ходят репетиции, да, вот коллектив репетирует, а там какие-то замечания дает, выходит служба 02, и мы даже обижаемся, говорит, все, с первого проходки, с первого номера, с первой репетиции все свободно, а мы, ну дайте нам хотя бы сцену почувствовать, как зайти, как выйти, раз, все, служба 02 свободна. Это ага. тоже такое уже высокое доверие, прежде чем туда поехать, мы здесь все отрабатываем от и до. Поэтому, ну, потом да. отрабатываем, конечно, вы сейчас, наверное, вот, ну, вот телезрители сейчас смотрят, и кибаганы, кысалороллор, да, ваннак, и все, якутский колорит возят. Конечно, мы не все это сами. Это деятели культуры и искусства нашей республики. Столько нам помогали, помогают до сих пор. Мы всегда, во-первых, посещаем мероприятия, которые проходят в нашей республике, принимаем в них участие, взаимодействуем со многими знаменитыми, известными людьми нашей республики. И это все, и учимся чему-то. А так мы вдвоем из села Синск родились, в селе Синск Хангаласского района. Лидия Андреевна, моя учительница по музыке, да, и как-то вот такой вот преемственность получилась. Да, и наши самые такие продвинутые, лучшие номера республики мы выставляли «Тундра». Когда мы готовили этот номер, мы, конечно, у авторов просили разрешения. Говорят, конечно, мы будем им очень рады, если наш номер прозвучит на главной площадке. Потом «Уран Хайдар», который, как Степа Афанасьев ее запел, так там весь зрительный зал... просто аплодировали. Владимир Владимирович Путин, Путин сказал, был, да. обалдеть. Обалдеть. Да. Это мы прочитали по губам, а потом уже подтвердили вот эти слова. Действительно, мы выступали при двух правителях, Медведев, а Путин, Медведев, Путин. Ну, вот так вот по времени, конечно, это все замечательно. Главное, что зритель воспринимает нас тепло, душевно, и вот когда с национальным колоритом приезжаешь, вот тот же самый московский зритель, он настолько уже приелся всем этим, и мы звучим и смотримся свежо, и ансамбль «Служба 02» держит свою планку, и это очень здорово. Самое главное, что сотрудники органов внутренних дел, очень многие желают попасть, даже мечтают попасть в вокальный ансамбль. Тут, естественно, это самодеятельный коллектив. Конечно, это не профессиональные артисты, не имеющие музыкального образования. Некоторые приходят, которые не знают даже, как делиться на голоса. Что такое первый, второй, третий голос, не знают абсолютно, но обладают замечательным голосом, слухом. И со временем, репетициями они начинают этому учиться. Очень много талантливых сотрудников у нас, и они, несмотря на свою сложную профессию полицейского, находят отдушину именно в этом, находят какой-то вот позитив в этом, да, и приходят для того, чтобы разгрузиться вот от всего. Не службы, это вечерами, мы никогда не можем собраться всегда все. Все вместе, да. Потому что у кого-то дежурство, у кого-то еще что-то срочно нужно куда-то на выезда ехать. И подстраиваешься, это вечерами, это выходные дни. Иногда, ну, обеденный перерыв там быстренько выкраиваешь и собираешься. Творишь. Самое главное, что сотрудники органов внутренних дел, как мы говорим, это те же самые люди. У них есть свои творческие задумки, свое творчество, которое они должны, помимо своей работы и семьи, где-то выплеснуть. И вот служба 02 является именно тем очагом, где они могут проявить себя и напитаться вот этой энергией. И еще пойти на работу и вдвойне, как говорится, улучшить свой результат. И мне кажется, это очень здорово. И такие коллективы нужны,
нужно приветствовать, развивать все это. Кто бы ни руководил ведомством, Министерством внутренних дел, наши министры всегда поддерживали вот, творчество, творческих полицейских, творчество, которое несем мы в массы людей, в народу, чтобы народ тоже понимал, что мы такие же люди. Да, полицейские, люди полицейской профессии. И сейчас вот генерал-майор полиции Владимир Николаевич Прокопенко, министр внутренних дел по республике Саха-Якутия, вы знаете, даже на репетиции приходил, когда мы в Кремль в 2019 году собирались. Конечно, и всегда это же ответственность. Такие наставления, да. Да, такие, он так хорошо поддерживает, так хорошо говорит, что вырастают крылья, и ты хочешь творить. И еще что-то делать, и еще что-то делать. Да. Вот возвращаясь к тем, кто нам помогал, да, хочется особо отметить Ощепкова Григория Борисовича. Это музыкант, это профессионал, у которого много коллективов здесь по республике, но он так с мужчинами будем работать. Это преимущественно все коллективы же женские, а с мужчинами будем работать. Вот в первые годы, благодаря его поддержке, его профессионализму, мы вышли вот на такой уровень. Поэтому все очень здорово. Ага, даже вот такая вот, есть песня. Убедились мы на службе, песня лучшее оружие. Попадает цель и бьет наверняка настроение злейшего врага. Бэм подразделим этот финансово-экономическое дело там МВД Гагар Кытта. Я там конкурс билдер дебетгер. Он там ол конкурска БМ Сохио Мин Кыйлах вон тақтыдым. Ол кандидатын Лидендриев Навчатуангу культурный центр Салай Ачыты меген ансамбы кірін ылдыған дуян ғырбыда. Он там үйірінің күтті хөбіләмін кітті хінча хүббәк кейін қылы ансамбыл салиетім. Білеген қолмай жоқ, сонтан білеме да кірім жүрген себебістен ансамбылға хат жауапын ғынан бұрын тәргілі тоқ күх барынан көмірі жатыуын, ерптейцаға хат жатыуын, сөбелән, аманан. Ансамбыл ұқсынан үрді қынадылар жылады қынады. Үйраған үлелі ақ полиция сатурниктергер, нұшылы тақына аддушына күндік болар. Кәлендер жандырттан, дуғалын ғынынандар, творческай жандыр. Мәнді бардың сотрудниктары үйір министерствовы салатадығар ұлқан мақталымын тіредеқім барығын. Оның ұчытауыңғы халаячы Лиян Дрейна Ильян, оны білінге Юта Станиславовна Секретова арас, министерство арас подразделениялардан сотрудниктары құмайанынар. Бүгіндік ансамбыл тәрен өрілділер фибдағы шөйек керек себеллях яқынан. Гостол бұғы конкурс бұға күттан тұрдақ бұд. Хамы өтден қалбытым дейін кетігінші 10 саллаққа, оның кетігінші 19 саллаққа Кремлевской дворецкі бұрамы. Бүтін дойды өрдетінен ұтылар дейін сотрудников органов внутренних дел канцелярға күттіп бұд. Дойды бұд бастың ғырғаттарын күтті бір сыныға ұлыр, үнкілер, да, онына бұл енігер дойды бұд президентіна енігер ұлдар сөйдіғақты құтылақ, онына қазір бейді кейі қабетті мүхіна бар өйдіміне күді қалан қалар болу. Ұлғандық лауыт әдім бұтын просто тоқты өйлағым қоқ. Бәйім әті қарады орындақ бітін бұрыстан ұлдырбын өбілуін ұлғынан бұран. Әдеқім барын бағылақ кейіне, онына қырадағыны данын, дақ кейі бар болдағыны. Бейге руководителер бұд, ұчылыға кімін ағыда әпетім көрдік. Лидиан Дреевіна, оның Юта Станиславовна үрдіғақ ұлған профессионалдыр. Оны кейі бағылақ болдағыны, қырадағыны, тоғын тоғы сылаққа қаңыласқа үлелі сұрттақпына оны спартикадалар болалар еді. Между отделларының, ұлыстарының. Оны ұлағына таланы ауды нұры көрілдір. Оны ұлағымын басына қалағым де. ұлағымын. Ол баса, оны келені үйіптіптір, тоғы өріқтақыны, ұмбыдығы өлекім барағын дуыден. Оны келемі мен культуры өріқтақым бе. Әлең күлтөрі өріқтәк бінден әттәғімді. Оның әкей мен әркейін әді күлтөрі өріқтәк, оның әбітсірдендір. Әлең тоғын тоғы сұрлаққа маңна
бедега ананан кербитим. Ол келем маранде үлелен үлебин халгабытым. Ол бедеме манна министрнун назарап сүмүнө калабиш кербите. Кене бигинен хапар дискалабыта бастан. Биге ол курдук бастан культурные мероприятия просто гуляние, куда гад волдахта не делал, но еще идик то прибор батара, когда ты купи, улахан обширный, он не мин варам в культу отдел культу кора кенигар, он будет кенигар культура ларгар тиемин, карабата ва ульгага ин тиемин, хубелеттера мин, га кайда барихта ниган, он идалам мечанд мероприятия барис биттера. Антон, и кто хинче бир халлака, аре пикеттан телеграмма келле. Мандык милосердие билдик нечей конкурс сагаланар, онне жоннор дейтинген. Онне мияка, мин кимин гитабинден токуйды хатан баран, бу нюргеналар кыттаханалас улухыгар биргүлелер тагамды. Онне киндер балтылылар, үштер күнней нюргена, онна Валентина ден хами эжиддера, бары милисия олелилер. Одора ханы түстім, онына мен кенлері үйтіқпын бағабын әттім. Оны олағана, мана жонлар бұд әтәлбәк кеге отарды. Бұл мандық Алексеевалар құрдықтар, там пұрут-пұруджи, хемер үйтанында бесполезны. Той үйті хататын кемді барашыды, қылақсы мандық келерді бігі папы тебіттірі. Оны мен бәймін настайы байдадым. Оны Семен Николаевич Назаров, ол министерге кейреммін, көрдіхіммін, кейреммін. Мандык итехпан барабын демин. Ондога кене сразу добро бербите. Ол добро берен балтылы жидди үскеге сам Питерге тон, Питербурга иттағым де. Онда ол баралары кендер мичерден атамыттыра. Онда баралар арайды ор, мин түліппенін паште қас күні айкапсам, долгер болағым де. Оғыларым, кіргіттерім қайдақ болдар, қайдақ. Барани хелдеди дону кепсилдер. Басыку тура асты бут, икис тура асты бут, ууу, икис тури насы болсы тоже меха плюс болады. Меха ол, те ол, первый месяц, икис месяцден ханам аппын, ол, мин жонор бун так асты хады бун. Мин кыргыттары первый турттан кадан калбатылар деммин. Онтан финалга так асты бут тем болды. Ууу, уйду көтю. Онтан анызкы күнігер истепет, вообще икис истепен нағлария болбуттар ден. Икис месяц волан кельбипит, ол жыгыл итеки тынча бир гыл лаққа аны Москва корак кэнгір бұттыра. Виктория ден телевизионный конкурска. Онны барамы деме лауып бұд. Конкурска саме дүрім ден спецпереспел бұттыра. Рун фронт ден ол хағана конфетная фабрика. Олар лұқуын бағай үст келі лақ кемпет. Оны сыйынаға тұттыралылар. Упылақан алық, үбі сыйырақан, үйен елі тұтан тұрбып бұды. Атақ ансамблге мен 2-ші 10 ғылақтан бар службаны білді. Өті әтерге тұлы кедік үрі арғыстақ кей жолылақ ден. Мен ана бар күрді жүгінді кәбет. Үліға дағаны көме қадар әкеге бұ ансамблге кәлін ұлдыр болылаққа. Үліға дағаны чепчекі құрдық. Қадары кей үйірі көті ғиддір. Қадары кейіға чепчекі болар өтті ғаны. Ансамблға оны білген бұл проекттар ең ғайлбәк, интересіне бай проекттар аға. Оны кейі күттарын қадары ұжы тұқчек қойып кейі бағарар. Кейі күттің бағарар ол үйін аға. Пасаян репетицийлерге жақын ұжы бағарағын. Бәйім болағана қырардақ біттен, оға аспыттан ұлығын. Ағам Замятин Андрей Терентьевич мелодист. Оны то емі меллір Мария Петровна Замятина. Оны кеннер тұн таланынары берілден дейхаду. Қыра әрдақ біттен әметі ұлығын әвіләмін. Бұл шет үліра конкурстарға әме ғылынайы кәреті күттабын. Онна күттамын шетейгелерімден бастықы 2-3 степеннәк лауреат атын ұлбытым. Коракқа 2-19 сыллаға кәлбітім. Әме бұл солғы күттал соғы болуын қатшыр инспекцияға. Онна ғыржамын бұл
служба 02 ансамбль гакит битим. Миген бо ансамбль салаячита Юта Станиславовна ңырбыта. Нага юрбитим, долгый бутум, бо саха серегерері болбакка Россия тахамыгар тақса улхан үрдік сетейлерді ансамбльга келбіп біттен. Бейгі тұқ пропаганда деліне табар, онна тұқ тетілер бейді керен бараннар. Манның МВД ейнен конкурс етілдер, шиеті лираден, онна ән үллүрі үгін деділер. Үллүгін дойын дейін бұдақ бұл ейні. Үллүгін деділер. Заочным формате музыканы, музыка тұқын видеоға ұстанғын үйтір үгін. Я долгую эту воду, девер, кихетин, ламун, ханнегрен, лехови, диана, диди, талан, хастана, гретан, сумерден, бирен, таламун, айулн, гретан, талан, и потом, бем, крадах, петенами, жидрим, войдрим, кинель, лехови, ленистер, был на ресте, дивит, релером, был на кинель, крадах, петенами, лехови, лирит. Я на умнулан халла, то хатро волам баран пропаганда ларем кирен келем баранар. Тя лох лауреат был бути хуин, эгар деливит, мэх бу граматан. Он на юта егин бэти ярлар юхидитлар, у юта Станислав на секрету ваны лихид. Габилигин бейге саңа састап тек кэхэп, маннык бүкэнники кэмнерге бүкэнники бирикки хылга талылан, амети арас шиты лира конкурстарынан талылан кэлбит саңа адерулі хэттар баалар. Блин, да, не, бо биен сампль была мутнергельбех, Юта Станиславна, которая мой баравутен тюмен, мой так, она баравут, она баравут, хахахеринен барах пыт, все. Москва, это не рехрет, лариндиан, кихин сохотан, культуры, ниртон, долгую, долгую вот, на баратгар, там, ох, эй, девекке, ох, девекке, баратгар, кахтахтик, там, левитин, халхани,